Быстрее уйдешь, быстрее придешь. А хороший, боевой. Надеюсь, что он честно отслужит, как бы достойно. Самое главное это. В этот призыв мы с города Череповца и Череповецкого района должны будем отправить более 450 человек. Как обычно, отправляем вооруженные силы, которые дислоцируются на территории Западного военного округа. Уважаемые ребята, служите честно, служите достойно. И я думаю, что потом вам в дальнейшем будете только гордиться своим поступком. Именно так и должен поступать настоящий мужчина. Честно, справедливо, ответственно, когда подходит время, брать на себя дополнительную ответственность. Поэтому ждем вас через год, повзрослевшими, возмужавшими, для того, чтобы уже потом служить на другом поприще нашему городу. Мужчина становится настоящим мужчиной, когда берет в руки оружие, чтобы защитить свою семью, свой дом, свое государство. До этого времени это делали ваши старшие товарищи, ваши деды, ваши отцы, старшие братья. Сегодня настал ваш черед принять у них эстафету и с достоинством и честью пронести эту почетную обязанность.